там приехало очень много известных певцов. Мы будем рады услышать всех и нашу Дани Ковчак, Гари Резгу. Также очень рада приезду Стелла Резгу. Наконец-то мы услышим ее здесь, в Москве. Ну, в принципе, а, ну, как бы остальных певцов я, к сожалению, с творчеством не знакома совсем. Но будем надеяться, все пройдет очень хорошо. Очень рада, спасибо. Я очень рад, что сегодняшний день такой замечательный. Замечательный день. Вся молодежь в основном собралась здесь на концерте. На концерте, в котором присутствует вообще столько народу. Я считаю, что это должно быть обязательно. Это обязательно должно быть. Потому что мы должны все время знать, лежаться, дружить друг с другом. А для молодежи вообще это говорит отлично, потому что они чтобы знали бы друг друга, общались бы друг с другом. Вот сейчас очень интересно, вот я сейчас увижу, например, Стеллу Резгу, да, которую я знал уже, как ансамбль был в 88 году, когда я тогда ее еще. Сейчас мне интересно послушать, как она сейчас поет. Это очень интересно. Я рад этому, потому что это происходит. И дай Бог, чтобы это проходило все время, каждый год, а может, год и по несколько раз, чтобы мы дружили бы со всеми ассирийцами всего мира, и чтобы дружба наша была бы на века, как бы. Спасибо. Впервые в мире на одной сцене в одном из лучших залов города Москвы в Суриков Холл собираются 5 звезд, всеми нами любимые и известные на весь мир. Все наши участники концерта не только талантливые певцы и музыканты, они являются авторами всех своих композиций, всех своих песен. Итак, пришло время, наверное, представить наших звезд. Встречайте Дани Шимон, продюсер, аранжировщик, талантливый музыкант. Где наш Дани Шимон? Вот он. Аплодисменты, пожалуйста. Стелла Резгу, встречаем. Стелла Резгу многие годы проработала на ассирийской радиостанции, была диктором, была солисткой Шамиром ансамбля. Сегодня приехала к нам из Канады, где и живет, занимается сольной карьерой, выпустив 3 альбома. Дауд Бархо, автор, пожалуйста, аплодисменты. Дауд Бархо, автор более 2000 песен. Его песни исполняются многими ассирийскими певцами мира и пользуются огромной популярностью среди слушателей и ассирийских певцов. Он является главной затейницей нашего торжества, нашего гала-концерта. Этот концерт является ее давней мечтой — собрать 3 Резго и гостей на одной сцене. Гари Резгу, один из любимейших певцов нашей России, ассирийцев России и ближнего зарубежья. Мы открываем свой концерт, приветственной песней, автором которого является Дауд Бархо. Встречайте! Thank you.
чинте ти го барам ајна. Ах дојте ти ла оди ку мосло, ај дојте ти јанна, кулла атворан. Баси мараба и лохан, кызлан лова лея хадјута. Кулла замара, замара, раба спай замара, бен камада, ахнах бен моско. Кулла јума оди тарах амохан. Рахдат хрикја, Anyway, I'm in Canada, I'm in Barkho, I'm in Barkho, I'm in Barkho, I'm in Barkho,
ليكم دكان اللي كل مكان دا شو يعني تاوز مليان تفسرها and يا طيلي مخشون يا طيلي and they play got all the Facebook YouTube everything تطلع رابز مليان تغا مليان ملك هذا بزمرنا أخو خجع يا قورة عند أطفى أذكر غيرت له لو يا صبري تشوشينو قبل تدهل قوا مصلها يا زاوى زاوى تقاس كبار دوا لو يا صبري تشوشينو قبل تدهل قوا Начнем с песни «Малати». Это моя последняя «Змартит Умта», которую я написала и посвятила своему народу. Я написала музыку, слова написал известный поэт ассирийский Нинеп Тома. Песня называется «Малати». شمخ مليان سبيل القوة
факельные заклятия и на леша мыли. Oh.
يكرت بيني السهرة مي وي منك يا مول انت يكرت بيني السهرة يا الزريات يا من خبا يا زريات يا من خبا مريا يا تشغلان يا الزريات يا من خبا مريا يا تشغلان Yeah.